Я уверен в этом, что референдум пройдет очень продуктивно. Это необходимая такая очень необходимая процедура, да, потому что на самом деле вот столько лет, да, люди терпели там, да, эти наши братья, наши сестры, они терпели вот это действительно унижение, вот эти вот действительно какие-то непонятные, да, вообще в их адрес вот эти действия были, да, и поэтому мы сейчас на самом деле мы не должны, как огромное государство, с большой душой, с огромным сердцем, да, мы не должны людей этих оставить наедине с бедой, да, мы однозначно должны им помочь, я считаю, что они должны быть с нами вместе, а мы должны быть с ними, да, и вот сейчас, значит, вот все, что делается, я считаю, что это делается очень правильно, очень своевременно, и я очень согласен со всеми вот теми действиями, которые предпринимает и президент, и правительство, да, вот, и я считаю, что на самом деле без этих шагов просто мы должны это все сделать. Просто иначе хочется очень светлого будущего. Всем хочется. И нам, медикам, хочется. И нашим пациентам хочется. И просто всем жителям.